Корнищей. Какой вопрос вы считаете сегодня был лучшим? Господин ведущий. Напомнить вам вопрос о сегодняшней игре? Спасибо. Я примерно, несмотря на фамилию, представляю. Вот. Ну, я бы, наверное, выбирал между вопросом от Александра Костенюка и вопросом от Александра Мотылева, да, то есть, скажем так, тезки, да, то есть оба вопроса выиграли. И я думаю, все-таки склонюсь в сторону вот образа непобедимых, да, то есть там удержавших равновесие шахмат-неваляшек. Итак, вопрос о шахматах-неваляшках от Александра Мотылева из Котельников получает сегодня приз как лучший. Как вы считаете, господин Никитилов, есть ли у вас шансы в случае победы оказаться в финальной игре? Ну, я очень надеюсь, что и многие наши земляки, и, может быть, те зрители, которым просто понравилась наша игра, проголосуют за нас, да, и мы сыграем. Ну что ж, господин Никипелов, сейчас самое время это демонстрировать. Итак, против вас играет Александр Мотылев, сектор Котельники. В партии против Гарри Каспарова Александр Мотылев на протяжении нескольких часов упорно защищался. И в итоге сумел удержать равновесие и добился ничьей. За успешную защиту Александр получил в подарок необычный шахматный комплект. Внимание, вопрос. В чем заключалась особенность этих шахмат? Это как-то с защитой связано, да? Ну, может быть, там была доска 8 на 3, например, что он там по последним трем стоял. На трех линиях. Ну, забавно, да. Ну, это вообще пол доски. Удерживать равновесие тут не является ли подсказкой? Кстати, да. Может, видимо, равновесие, да, тогда пол доски 8 на 4. Может, она там со смещенным центром тяжести, доска там... Пол доски хорошо. Ну хорошо, давайте дальше, еще версия. Может быть, там фигуры были в виде циркачей, то есть эквилибристов, которые вот тоже удерживают равновесие. Ну, только защиты тогда не очень вяжутся. Может, какой-то набор фигур неполный. Из материал какой-то, как-то они выглядели, какой-то материал. Да, линия шапочки. Ракотовые войны. Что с защитой? Там линия Маннергейма. Что такое защита непробиваемая? Бетонная какая-то. Может, они каменные просто были? Титан. Итак, время истекло, господин Никипелов. Кто будет отвечать на этот вопрос? Ну, давайте еще раз попробует Антон Грибанов ответить. Господин Грибанов, ну, прошу вас. Так, господин ведущий, мы предполагаем, что, так как речь идет о защите, соответственно, Мотылев защищался, все время был на своей половине доски, и там предполагали 8 на 3, 8 на 4, так как есть слово равновесие, мы предполагаем, что размер доски был 8 на 4. Вот. Размер доски был 8 на 4. Ваш ответ понятен, а теперь, внимание, правильный ответ. Вот мне кажется, господин Аскирко, кажется, говорил, я, честно сказать, не увидел, кто это, да, в нашем с вами онлайн-формате сложно, но что-то говорил, что слово равновесие не случайно. И вот кто-то говорил, что циркачи какие-то, да, или это был господин Зубрицкий, может быть, говорил. Господин Зубрицкий, вы говорили. Команда. Господин Никипелов, послушайте. На протяжении нескольких часов господин Мотылев упорно защищался, сумел удержать равновесие и добился ничьей. За эту успешную защиту, господин Грибанов, он получил в подарок необычные шахматы. Посмотрите на экран. Это шахматы, не валяшки. От циркачей было очень близко. Шахматы, не валяшки. Вот точно так же, как не валяшка, детская игрушка, господин Мотылев не упал под атаками Гарри Каспарова и сумел удержать равновесие. 2-1, 2-1, команда зрителей снова выходит вперед. Господин Мотылев вас обыграл. Господин Никипелов, господин Грибанов.